Водительские документы были нужны для того, чтобы вписать имя в открытку. Этим занимался сотрудник в машине, где обычно проводят проверку документов. Затем следовала неожиданная неофициальная часть с цветами и поздравлениями. Ёхнула. Первый раз остановили за полтора года вождения, поэтому вот интересно было. И вроде ничего не нарушала. Очень, очень приятно.